девятый день, сегодня дневка, вчера пришли, встали на 2700 высоту, так стоим тут у речки, сегодня, завтра дневка, как бы дневка-радиалка, кому надо, тот в радиалку убежал, три девчонки наши, остальные все здесь лапу сосут, стираются, отдыхают. Заживляет раны. У меня от мокрой ботинки я не пошел. Вот тут сушусь. Лагерь, коврик. Спальник. Солнечная батарея заряжается. Боты. Это душ. У меня сейчас вода нагреется. Подвешу. Помоюсь. Голову помою. Вчера в речке помылся. Вот весь такой быт дневки. Все постирал. Остальные вон, я тоже там в палатках, все развешено. Наша кухня. Ночью, как обычно, был дождь, куда же без дождя-то. Каждый день тут дождь херачит, если кто соберется. Первый раз за поход надел шорты, нет пользы. Сегодня будет тепло, солнышко, хотя сейчас опять вот что-то тучи там находят. Вот речка. Тут стираемся, все дела там, посуду моем, воду набираем. Обломался планы мои на дневку. Посушиться нормально. Обзац такое здоровое комарье. Make mistakes. Here's your lifeline.